Рано утром сборная России в полном составе на дороге, ведущей к смотровой башне. На улице еще прохладно, но уже солнечно. Лучшие боксеры страны в хорошем настроении. После небольшой разминки спортсмены стартуют. Впереди 6 километров в гору до самой высокой точки Ахуна. И чем выше спортсмены поднимались вверх, тем ниже становилась температура воздуха. Бежать приходилось сначала по скользкой дороге, а потом и вовсе по снегу. Но такой и перепад высоты и температуры идет спортсменам только на пользу, говорят тренеры. Это первый сбор в этом году. Вот сбор базовый, где мы закладываем специальную физическую подготовку, общую физическую подготовку. Достаточно хорошие условия для тренировок. Потом имеется очень современный медицинский комплекс, что дает возможность ребятам немножко еще подлечиться. В тренировке принял участие 61 спортсмен. Это лучшие боксеры страны, чемпионы России, Европы, мира. В их числе и олимпийский чемпион Евгений Тищенко. После Олимпийских игр я долго отдыхал, поэтому пока еще втягиваемся. Я думаю, дальше лучше будет. А что вот такие вот тренировки, как сегодня, дают вот вам? Общую физическую подготовку. Мы закладываем сейчас базу для дальнейших побед, для дальнейших турниров. Дальше уже пойдет специальная подготовка. Сейчас мы пока не сколько боксерскую базу закладываем, сколько функциональную. На сборы в Сочи российские боксеры приезжают регулярно. Говорят, здесь идеальные условия для тренировок. Прекрасная спортивная база и, конечно, погодные условия. Можно тренироваться и летом, и зимой, и у моря, и в горах. Мы очень рады, что сборная по боксу России выбрала площадкой для проведения тренировочных сборов город Сочи. И надеемся, даже уверены о том, что и другие сборные будут также следовать этому примеру, потому что как климатическая составляющая, как погодные условия, так и инфраструктура полностью готовая способствует тому, чтобы город Сочи стал площадкой для проведения сборов. И не только для сборов, но и для развития бокса в городе, где уже 1500 ребят выбрали для себя этот вид спорта. Для подростков на курорте открыты 14 муниципальных залов и уже запланирована встреча с их кумирами. Что касается сборов, российские боксеры пробудут в Сочи до конца месяца. Здесь они готовятся сразу к нескольким крупным стартам, ближайший 3 февраля. В этот день стартует 7-й сезон всемирной серии бокса. А еще в феврале наши спортсмены поборются за медали международных турниров в Венгрии, Белоруссии и Болгарии. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.